Здравствуйте. Значит так. Mass Effect Andromeda, товарищ Выдра, и все такое прочее. Ничего нового, ничего не меняется. Вчера мы развалили лицо этому огромному мерзкому ублюдку. Отомстили за те позорные поражения. А сегодня мы будем заниматься установкой аванпостов, налаживанием отношений на разных планетах, где этих аванпостов еще нет. Мне там вчера тонко понамекали, что у нас слишком мало аванпостов, Райдер. Займись-ка, пожалуйста, а то что-то как лох, блин. Я подумал, что надо бы. Ну, что сказать. Надо, значит, надо. Будем ставить, будем строить. У нас чего? У нас Кадара. У нас что? Эладен. На Ладане мы вообще ни разу еще не были, так что... Что я делаю вообще? А, да, я вообще собираюсь сваливать. Сваливать через буковку Т. Ну, давай, грузись. Отлично. Суви, что расскажешь? Welcome. Welcome. Pathfinder, you have new email. How are you? Lexi's been monitoring you since you got off the Archon ship, and she says you're fine. Да, you fine. Dead, and well, I just want to be sure you're all right. Да вообще easy peasy все. Suvi, I've had hangovers worse than this. At least this time I didn't lose my shoes. Or wake up in a Presidium fountain with a keeper staring down at me. There's a story I have to heed at some point. I should get back to things. Sounds good? Покедова Суви. Что у нас тут? Привет. Когда в следующий раз будем на Элс, я собираюсь встретиться со своей знакомой Джилл. Она хотела бы с вами познакомиться, я уже сказал, что вы придете. Так что не выставляйте меня лжецом. Всего хорошего. Эх. А, нас еще помимо аванпостов сегодня интересует ковчег Азари, знаете ли. Так что сегодня еще помимо Эладена и, соответственно, и аванпостов на нем и на Кадаре будет еще ковчег Азари. Вообще давно пора заканчивать, но мне что-то как-то... Оно все тянется и тянется. Не понял, почему. 15 минут, господи. Вот здесь-то можно все забрать, пожалуйста. Провал. Нет. Провал. Нет. Провал. Нет. Ну тут-то точно провал. Нет. Ну сейчас пойдут провалы, окей. Что за магия? Это они мне за вчерашний день, где половина провалов было, видимо, отыгрываются. Показывают, что они не такие лохи, как кажутся на первый взгляд. Так. Нет, я не то нажал, я не хочу в сетевую игру, пошел нахер, нет, 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 убери, уберись, уберись, исчезни, испарись, пожалуйста, я не хочу, нет, это не, нет. Пошел нахер. Так, возьмем, качайтесь немножко, ребят. Так, в этот раз у нас куча наград. А можно получить все сразу? Почему? А где...
Да, выйти нахер из сетевой игры. Вообще неинтересно, ребят. Я в сетевую заходил всего один или два раза в своей жизни. Мне хватило одиночно, если честно. Боевка, конечно, в Андромеде классная, но... Что? Не... Я ненавижу тебя, Андромеда. Одна единственная кнопка заставила меня полностью выйти из игры. Один единственный раз я перепутал пробел и сраный X. И ты что? Что ты делаешь со мной? Зачем? Игра! Почему ты такая... Такая кривая, блядь, во всем? Так, что у нас? Снайперская винтовка, ириди, никель, флюорит, кредиты, кредиты, кредиты. О, просто, блин, какие-то, блин, гениальные награды. Столько кредитов, я даже не знаю, что с этим всем богатством делать теперь. Пойдемте лучше пожака пощупаем. Здорово. Better not go running off on Kadara. Might end up in another cage. Or someone's too. He's a good boy, aren't you? Aren't you? You do know Pyjax P anyway, right? Да. Знаем еще. Еще. И что ты ему сделаешь? Поехали поболтаем с кем-нибудь там. С Драком, с Ветрой. С... Может, Лиам наконец-то захочет с нами поговорить? Нет, Лиам с нами говорить не хочет. Хотя у него тут где-то вроде как должна быть вообще-то миссия на лояльность, все такое, но... Что-то у нас с ним не сходится, я смотрю. Ну и ладно. Нет, так нет. Лям. Ребят, что тут столпотворились вообще? One hell of a trip this is turning out to be. Hostiles, ruined worlds, no home in sight. Да. Everyone's getting toasty. There was a two-hour argument yesterday, and no one even knew how it started. That's not good. Luckily, I have the perfect way for people to unwind. Movie night. Movie night? Taking a breather for a good movie? I could get behind that. А, я вспомнил, это сейчас будет пот и кровь со сбором всего для этой вечеринки. Точно, теперь надо будет собирать всю херню, но это пропускать нельзя. Мы сейчас и на Кадару-то едем, потому что там бухло предлагали. На Nexus, кстати, надо будет тоже все равно зайти, так что... Пока что Кадара... Сейчас поставим ванпост на Кадаре, постараемся. Кадару мы вроде зачистили, причем так, довольно основательно. Надо только добиться того, чтобы нам разрешили там поставить аванпост и свалить оттуда к херам. Так, Lucky Idiot и есть Hero. I see, да? I don't see... I don't see Kroghan. Где здесь Кроган? Где они там Крогана нашли? Блин, я в глаза долблюсь, ни одного Крогана там в туманности не нашел. Так. Задание «Пора по пиву». Вот это я понимаю задание. Это не просто задание. Это шикоз! Так, ветер прогул. Кстати, с ветра еще покататься надо, да, там что-то встретиться. Красота же. Красота. Здорово, что расскажешь? Guarding the Tempest? Ага. The Nomad got some attention when we disembarked, and it's a lot more portable. Seems smart.
Only three attempts to steal it so far, and one offer to buy it. Mm-hmm. What was the offer? Just so I know how much I'm driving around. Negotiations fell apart when he asked if I came with the car. Mm-hmm. Weird. Must have been something I aimed. Понятно. Итак, что у нас здесь? Здесь у нас купить пиво. Ну, давайте купим пиво. И быстро переместимся. Фух, 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 фух. И мы уже переместились. Это было супер быстро. Учитывая, что мы даже не сдвинулись с места. Перемещение быстрее я пока еще не видел, если честно. Мы прям стоя на месте всего лишь получили экран загрузки, а потом оказались там же, где были. По-моему, великолепно. Так, так. Да плевать мне на Видали, мне сказали пиво здесь купить. Ребята, где у вас тут пиво? Просто искать пиво ходить? Вы что, издеваетесь? Нет. Чувак, ты с пивом? Мужик, ты пиво? Ты не пиво. Вы что, угораете? Тут пиво. Закрыли мое заведение, меня вышвырнули из порта Кадара. Хотите тянуться как следует и не пить всякую мочу, загляните в мое тайное логово, если не испугаетесь. Пам-пам-пам. Ага, я понял. Вот это пиво, да? Говно. Это не пиво, это говно. Давай. Всего полчаса, и мы дверь откроем. Красота. Ага. Слушай, я вообще фанат частных вечеринок. Пропусти меня, пожалуйста. Ты не видишь, я даже одет как диджей. Я пришел сюда, блин, меня вызвали, я тут работаю. Name's Ryder. Even Pathfinder. I'm kind of a big deal. There's no Ryder on the list. She's with me. Reyes Vidal. Go on in. Меня тут никто не знает. Жесть. Ну, по мне видно, что я пришел тусоваться. Reyes Vidal. I was beginning to think you wouldn't show. Remember what I said about fashionably late? Shh. Introduce me to your companion. Блин, она меня тоже не знает. Вот стараешься, стараешься. Стараешься, стараешься. А потом такие, а ты кто такой? Мы тебя не знаем. Я для кого здесь вообще распрягаюсь? Кому аванпосты строю, там галактику спасаю, все такое, блин. Неблагодарная просто аудитория. Неблагодарная. I didn't think Reyes had friends, only contacts and colleagues. Oh, I'm those as well. Who do you think secured him an invitation to this event? Sorry to cut this short, but I need to take care of something. Что-то у вас тут со освещением местами, ребят, проблема какая-то. You're gonna be playing catch up on all the fun. I work best one step behind. Promise. Чё, побухать? Можно побухать, там, потанцевать, ещё чё-то? It's better not to worry about what Reyes does. Enjoy the party. Так, где тут танцпол? Чё расскажешь? Что у тебя с глазами? Ладно. Это уже глупый вопрос, на самом деле. На столько времени поиграв, такие вопросы, они просто отпадают сами с собой. Тьфу, какая ты скучная. Го бухать. Юми, здравствуйте. А чё это вы здесь? I'd like a drink. What's the name of my bar? What?
You want a drink? Answer the question. Crawl a song. Хм. Не угадал. Хотя нет, угадал. Блюза Тесси я вообще не помню, блин. Что еще спросишь? Давай. Back again. Hope you're ready for round two. Давай. How do I serve whiskey? Со льдом, слышь. Что нельзя выпить? Нельзя. Neat. I'm almost impressed. В смысле, я у тебя уже столько литров виски выпила, вот такими-то бокальчиками. Эти литровые кружки мне нравятся. Давай. Если в такой огромной посудине, я только за. Hit me with your best shot. You're the worst. You know that, right? Bottoms up. Тоже выпивку глушит такими порциями. Так, до свидания. О, да, боже, слушайте. Такой себе танец. Выкиньте ее нахер отсюда. А, нет. Не-не-не-не-не. Сэм, мы развлекаемся. Это парти, да. Хорошо сидим. Да ладно, у нас прически одинаковые, будем сестричками. Ну ё-моё, какая злая паскуда. Встал, отряхнулся, пошел дальше. Понимаю. Чё, еще бухать? Нет. Чё там по заданию? Пообщаться с гостями один из трех. Хорошо. Так, гость. Рассказывай. Угу. Спасибо. Классно поговорили. Так, интересно было. Ух, прям обалдеть. Ты тоже давай, расскажи что-нибудь интересное. Да, хожу. А кто сказал, что не бесплатное? Тут выход платный. Все, найти Райс. No answer, but I believe he headed to one of the side rooms when we arrived, Pathfinder. Let's see what he's up to. Так, тут выхода нет. А тут? Damn it! Why can't the serial numbers be in the same spot? Я тут за двоих оттягиваюсь, а он опять что-то ворует, блин. Ну ё-моё, что за человек вообще? Take the night off. Come out for a drink. Should have known you were up to something. Ryder, it's not what it looks like. Mm-hmm. So you didn't use me as a distraction to go through Sloane's stuff? Okay, yes. But it's for both our benefit. I You've promise. You've been making a lot of promises. Shit, someone's coming. We need a distraction. Sorry. Friend had a bit too much to drink. Угу. Слышишь, как от нас несет? Ага, вот, мы просто выпили много. Hey, it worked. Next time I come up with the plan. Обойдешься. Finally, here it is. That's what this was Еще all about, бухло. The only bottle of Mount Milgram in Andromeda. Triple distilled and 645 years old. This isn't whiskey. It's treasure. Mm. I hope you're planning on sharing. We'll see. Let's get out of here.
gorgeous, isn't it? I sometimes forget. Is Andromeda everything you hoped it would be? I knew things wouldn't be easy, but this is more than I signed up for. What about you? Why did you come here, Reyes? To be someone. You're someone to me. To new adventures. Дели, блин. Элитный, уникальный виски из горла лупить. Вот это я понимаю, жизнь. Удалась, я бы даже сказал. Так. Просто из горла хлобычить, блин, вискарь. Редчайший. Так, что у нас там дальше? Подождать, пока начнутся неприятности. Спасибо. Блин, а теперь нам надо... Нет, не сюда. Тут нельзя дверью ошибаться. Ошибся дверью, все, полчаса, блин. Потерял. Ну давай, ну давай, ну грузись, ну пожалуйста, ну грузись. Ну еще чуть-чуть, ну давай, ну давай. Спасибо. Капец, меня фонариками обвешало, конечно. О, неприятности. Подожди секунду. She hung up, Pathfinder. Lovely. Better see what she wants. Подожди, подожди. Ща все будет. Подожди, у меня тут важная встреча. Так. Найти контрабандистов. Петроя. Искать на Кадаре ингредиенты для напитков. Ну, поехали. Ну, все, близко. Так что все окей. Быстренько сейчас обшарим три места и побежим к слону. Там неприятности как раз начались. Ведь машина уезжает. Enemies, блин. Че вы там забыли, enemies? Так, enemies закончились. Что у нас тут? Вот сюда. Так, вот эта штука какая-то непонятная. Вероятно, ее и надо собрать, да? А, все? А собирать не надо, надо было просто... Понятно. Очень интересно, спасибо. По полям, красный трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. Так, нам куда сюда? Встретиться с Ветрой. Поехали. You are right. The view is great from up here. We're not even to the top yet.
Блин, ну ей точно неудобно вот с этими вот торчащими штуками ползти. This isn't fair. You're taller. You have reach. Staying within your limits is no fun, Ryder. Ну не, давайте будем честными, там все такое. Поползли. Поползли, поползли. Давай, покажи свой мастер-класс по скалолазанию. Ты б сняла, конечно, тяжеленную броню. Возможно, было бы легче. Но кто я такой, чтобы тебе указывать, верно? Очень фан. Сплошной фан вообще. Wow. It's all going to be like this, huh? No. Better. For 14 months I wondered if I'd made a mistake coming here and dragging my sister with me. I don't wonder anymore. Boarding the Tempest that day was the best decision I ever made. Лицо Райдера, это вот мое лицо, когда я пытаюсь сделать вид, что мне весело, но на самом деле мне херово. Вот это вот, вот такое. То есть я улыбка губами вниз, такая типа. Да, хорошо, все, все хорошо. Блять, как я ненавижу это все. Я вас ненавижу. Все зашибись. Лучший день в моей жизни, мрази. Вот что-то такое вот. It's been a wild ride, huh? Wouldn't exchange it for any other. Кадр, кстати, ничего такой симпатичный. Это мы вот сюда взбирались, да? Да, было тяжело, понимаю. Хотя, наверное, вон туда. Да, немножко тяжелее. Следующий, сказал заведующий. О. Ну. Давай, 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 давай. Жопа, у тебя слишком толстая, блин, Райдер. Не помещаешься. Поехал, красный трактор. Поехал, давай. Что там с небом, я не понял. Вы только что всех перестреляли, откуда они опять здесь? На них патронов просто не напасешься вообще. Старые потроха барахлят. Здорово. Что? Правильно. Так, все, это есть. Так, секунду, мы все уже, да? Да, мы все, соответственно, что? Соответственно, бежим к слон. Блин, а можно мне быструю телепортацию какую-нибудь туда, прям к ней в кабинет? Чтобы не надо было вот сейчас подниматься на лифте, потом открывать одну дверь, открывать другую дверь. Я не туда телепортировался, да? Ну, конечно, естественно. Открывать третью дверь, пятую. Разговаривать с ней. Потом, небось, надо будет спуститься вниз. То есть открывать опять еще одну дверь. И еще. А потом спускаться. А потом выползать. Да.
Иногда, конечно, Андромеда заставляет себя ненавидеть. Но вообще это фишка многих игр. Растягивание геймплея на ровном месте из ничего просто. Да. Да, да. Слон срочно хочет со мной поговорить. Разойдись, разойдись. Ох уж эти двери. Почему здесь двери такие шибанутые? Вот здесь уже точка. Почему меня к ней никогда не дает телепортировать? Что за магия? Вызывали, господин начальник? Where is everybody? I told him to get out of my sight. Take it someone pissed you off. The charlatan used my own people to beat up Kytus. He's alive. Боже мой. Ва, какой кошмар. Мне так жаль твоих подчиненных. Вот если бы моего подчиненного избили, как ты думаешь, тебя бы это волновало? Вот и я тоже думаю, что нет. I didn't call you here for a pity party. Why did you call me? Not that I'm complaining. The charlatan left a note on Kytus' body. He wants to settle things between us. Meeting spot is in Drowlea. Could be a trap. You think? I can't trust my own people, but you... You're an outsider. Mm-hmm. And you've proven reasonable before. Конечно, конечно. Обязательно. Fate will be decided at this meeting. I was hoping it wouldn't come to this, but hey, shit happens, right? Meet me at this location. I'll go on ahead. И что может пойти не так, если ты вот сама пойдешь там с одним единственным плохо знакомым человеком, которого ты отпускала всю дорогу? С первой секунды нашего знакомства вы ведете себя как мразь. Мадам, а потом такая типа, ну зато я могу тебе доверять. Кто тебе такое сказал? Откуда такое мнение? Непонятно. Скоро, здорово. Ну да, слава богу, что телепорт оттуда хотя бы работает. Туда нет, но хотя бы оттуда. И мы снова ползем до трущоб, потом с трущоб на машину, с машины, короче. А, едем куда надо. О, господи. А потом надо будет вернуться обратно. Боже мой. И машины нет, но машину надо еще вызвать, да? Прикольно, прикольно. Мы опять здесь, да? Подожди, сейчас. Вот это выделю. А теперь полетели. Ну что, может мне сразу и машину выгрузишь? Да, спасибо. Вау. Далековато спрятали. It's secure. I promise. Back in my day, upgrades were handmade. Custom. Так, а как туда ехать-то? Ага, вот так, я понял. Fitted. None of this off the rack snap together shit. Don't say uphill both ways. Don't say it. Turians didn't used to be so damn lippy either. Mm-hmm.
А мы приехали, господа. Давай, сохрани... Да, сохранимся обязательно. Здорово. Чё расскажешь? Могла бы и подвести, кстати. Не встретимся там, а спросила бы, может, я подвести сразу навстречу. Тогда, быть может, у меня был бы, ну, скажем так, был бы выбор. А так у меня, по сути, она мне не оставляет выбора. Не, может, если бы я почитал книжки про нее. They're one and the same. Surprise. Та-та-та. Поворотище. Ух. Райдер недовольная. The Angaran spy. Your interest in the Rokar murders. Everything you've done has been to undermine Sloane's power. Death by a thousand cuts. You said you wanted to settle things. How? A duel. You and me, right now. Winner takes Kadara Port. You want to avoid war by shooting each other? Two people shooting each other is better than a lot of people shooting each other. I'll take those terms. Ну и пусть целится. Мне она не нравится, пусть стреляет. Ах, вот если бы я не вела себя как мразь с самого начала, может быть, все бы сложилось по-другому. Да? Как-то так. Наверное, это были последние мысли. Вот бы я вела себя с людьми по-человечески. Может быть, они были бы на моей стороне. Не, ну ты тоже, конечно, балабол, такой себе союзник, но ты хотя бы меня не раздражаешь. Что там в Тартаре теперь, да? Великолепно. Боже, опять туда. Подожди, или Тартар это внизу? Или вверху? Нет, вверху Юми, значит Тартар внизу. Слава богу. Я думал опять ехать наверх. Ну... Эти непреодолимые лестницы, конечно, понимаю, сложно. Вернер? Я знавал одного Вернера, знаете ли. В смысле? Spending your time down here. Better than back home. Had to get away from my crazy family in the Milky Way. My brother, Conrad, well. Ну да, есть немного, знаешь. Он немножечко того. Then call up my brother Conrad.
А, good luck, да, условно, да, иди со словом работай там. Я тебе даже могу показать место, где она лежит. У них вся семейка ебобо, походу. Tartarus is a little shabby for Kadara's new leader, don't you think? Come on, Ryder. You know I prefer to rule from the shadows. You are a shady bastard. Guilty as charged. The Angara you met at Sloane's party, Kima Dorgan, she's agreed to be my front. And with Sloane gone, there's room for the initiative on Kadara. Finally! I'll start rounding up volunteers for an outpost. Might take a while. You exiles have a reputation. Not all of us are thieves and murderers. I am, but some of the others are perfectly nice. Perfectly? Jokes aside, I want this outpost just as much as you do. It will have my full protection. That's a promise. And how much will that promise cost me? The trade your outpost will bring in should cover it. Ну так-то да, постройка аванпоста как бы оканчивает вашу изоляцию, так что все логично, все правильно. Это в принципе обоюдовыгодное сотрудничество. Единственное, что тут огромная планета, ребят. А вы решили вместе с аванпостом разместиться на каких-то паре квадратных километров. Мешать друг другу не будете, друзья? Partners and friends. Да, конечно. Больше я тебя не увижу, если что. Друг. Так. У нас там что-то в биотику надо еще вложить, а потом еще миллиард просто очков еще в биотику и еще в технику, блин. Я даже не знаю, просто от балды какие-то там надо будет умения раскидывать. Радиус области действия или длительность. Радиус. Урон щитам от всех комбо. Красота, красота. Теперь надо отсюда выйти. Да. Я в курсе. Badlands still aren't exactly safe, but with the collective's protection, we should be okay. All be okay. No problemos. Еще опыта насыпали. Зачем? У меня его не хватает немножко, да? Давайте. Так, этот аванпост есть. Блин, еще Элоаден там того. Давайте, наверное, пока вместо Элоадена за этим самым, за Азари пойдем. Хочется, знаете ли, махач какой-то. По стрелушке там убивать, расстреливать. Here, everything's new. You can't play the system when you don't know what it is. I don't know about that. The way the Nexus treated us, Krogan. This area is viable for an initiative outpost Pathfinder. Да ладно. Что, серьезно, что ли? Confirmed. Calling outpost. Аванпост! Аванпост! Director, I trust you're enjoying the show? I'm enjoying the progress. The show part is something else entirely. Honestly, она такая занятая, там так много дел у нее, вот. You better be sure about this. Что она даже не может приехать на открытие аванпоста. Просто никак не может, прям столько дел. Вот это вот стоять, значит, в командном центре. Значит, дышать и смотреть, а еще ручки за спиной держать и осанку прямой держать тоже надо. А еще иногда к ней там подходит кто-то, блядь, еще что-то говорит, пытается, да, или хотя бы мимо проходит. Представляете, сколько дел у человека? Никак не может просто приехать. Это начальство самое настоящее.
want stability, same as the Nexus. A solid outpost will bring some back. Вот, плюс игре за реализм. Самый настоящий начальник. Делаю нихера, времени у меня на тебя нет, нихера. Все, конец. Она даже на нас не смотрит, из принципа. И я вам говорю, это вот плюс за реализм, огромный реализм. Вот Эдисон просто самый начальный начальник из всех за последние много игр, которые я видел. Getting this far was hard, and it won't get easier. But it will get better. We have to want it to get better. Kadara is the frontier, as wild and as promising as it gets. I know we're up for it. For posterity, Pathfinder. Addison out. Миры для изучения. Так, криокапсула. Великолепно. Что у нас там, кстати, по уровням вообще? 36-й, кстати, скоро уже 40-ник стукнет, ничего себе. Перед каким-нибудь важным событием надо будет себе проапгрейдить все. О, да, Орёш. А где самолет мой? Ребят, где мой самолет? Я не понял. Что, самолета нет? Разместить приемник. Пошел. Пень. Ну, самолета нет, но машина где-то здесь. Вон машина. Вот мой трактор мой. Завались. Так. Кадара ванпост. Чек. Что у нас там дальше по расписанию? Азари, наверное, да? Welcome. Ничем. Окей. Классно поговорили. You have AVP outstanding, Pathfinder. Да ладно. У меня остались еще пропускные в этой двери. Сэм, открой дверь, пожалуйста. ОПА, это, конечно, здорово. А можно мне в дверь зайти? Спасибо. Так. Улучшенная разработка научных данных. Дополнительные обычные неинтересно. Количество времени необходимо для получения очков исследований. Я не знаю, что это значит. Поддержка комбо мода. Берем. Кстати, да, действительно хотел. Давно торговый потенциал увеличит вместимость предмета, увеличит количество необработанных, которые можно приобрести у торговца. Я не знаю, что такое вместимость предметов. Берем. Так, хорошо. Так, давайте разбираться. Союзники. Ил, познай врага. Хочет поговорить на Войлде. Нам на Войлд. Тайны семьи райдеров. Поговорить с Эдисон. Пошла в жопу. Союзник, блин. Изучить аномалию на Эладене. Потом. Фиби. Сейчас как Фиби узнает о реликтах побольше. Кора. Вот, мы сюда идем. Это у нас... Хер пойми куда, но надо брать. Еще надо будет, кстати, Кору с собой, видимо, взять, да? Ясно, понятно. Нахер вашу Кадару.
Надоело. Я хочу обратно в снег. Я хочу обмазаться снегом с ног до головы, обсыпать себя им. Сделать ангела в конце концов. Там все дела. Вот это вот. Кататься на льду, на санки сесть в конце концов. Тоже, блин, знаете, ну вот это детство в жопе, чтобы заиграло. Вперед Войлд ждет. Там всего минус 70. Ух! Ах, красота! Еще вот с этим огромным летающим ушлепком бы подраться, да? Вот было бы вообще класс. Мечты, мечты. Давайте попробуем поставить и посмотрим, что получится. Не факт, не факт, что получится. Господи, я немножко ослеп. Так. Верня. Вот здесь. Это что такое? Это неизвестно что. А, у нас тут. Боже, тут, блин, точка. Какой-то шляпы непонятный, короче. Полям, по полям, синий трактор едет к нам. Ладно, давайте начнем отсюда. Садимся на наш синий, красный трактор и поехали тебя. Да что ты говоришь? Серьезно, что ли? Никогда здесь не были, как ты узнала? Угу. Ну, тут тоже красиво, если еще. How did you meet Cash? A few years ago, I was running with a mercenary band, mostly smuggling work. Nova Force. Ambitious name for a small-time crew. On one of the jobs, I got caught by Cash. Made a deal. I got her some experimental prototypes out of Terminus. She didn't turn me in. It became a thing. She was always good for jobs, paid well, and upfront. Credits helped me go independent. But then I got suspicious. All the things she was asking me to get. So I asked. That's when I heard about the initiative. She brought you on. Oh yeah. I bought the pit. Still getting the Perifona signal. Guess she's grounded? Maybe they decided to stay put. Майо. Так, тут собрали, но ничего нет. Мы едем вот сюда. Так, что у нас там? Вернее, что у нас тут, я бы даже сказал. Ощущение, что вообще ничего. Отлично. Великолепно, что? Очень классно. Так, теперь нам сюда, да?
oversee a so-called golden world that won't be complete death to live on? Думаю, нет. You think Cash lied to you? Nah, she's not the type. I'm pretty sure none of us really knew what we were getting into. Bamboozle. Nice word. Yeah, I learned it from Sid. She's into some weird old human shit. Good name for a drink. The Bamboozler. I'd try it. Ого, недалеко. Ну, я же жал. Спасибо. Тоже где-то здесь? Нет. А где? Не, ну это все еще. А, мы проехали. Где-то там. Если я спущусь, будет очень грустно, потому что там, скорее всего, ничего нет. Как я и говорил. Куда-то туда. Ага. А, вон, наверное, здесь где-нибудь. Ой, ну, еще вот сюда теперь поехали. Ну, а чё? Это ж так интересно, блин. Просто кататься по вот этой вот ледяной параше. So frustrated. I try to be firm. She pushes back. I lay down the law. She pushes some more. See, that's your problem. Kids need boundaries, sure, but they also want to know you're not the enemy. Our dad would not have agreed with you. Your dad sounds like a piece of work. Special op. This is the source of the Periphoner's signal. There's nothing left. And there's Ket on site. Let's clear them out. Ладно, давайте пообщаемся, ребят. Так. А, это... Клир? Клир — это хорошо. А? Что? Где? Где? Кто орёт? Но это не сюда. Надо в обратную сторону идти. Так, стоп. Это моё. Left of her. Угу. Кора should see this. Кора, заезжай. Здорово. Definitely Ket weapons fire. This wasn't just a crash. Жесть, какая ты стрёмная в этом освещении. Without the crew, we've lost our best lead to the Asari Ark. But this is stupid. If they want Asari for exaltation, why not take the crew alive? Maybe they saw a helpless target and couldn't resist. Hey, got something here. Looks like the flight recorder made it. Ой, как ты вовремя. It's in bad shape.
But let's see what... Final log. If the Ark ever finds this, we failed. Couldn't draw them off. The data copy's lost. The decimation's too cunning. Forgive us. We tried... The decimation. Hedaria mentioned specialized Khet hunters. Maybe that's them. They've gotta be Khet, with a name like that. I hope they choke on it. Lieutenant, with time, the navigational record could be reconstructed. Mm-hmm. Right. We could trace the Parafona's flight path, maybe all the way back to the Ark. I'll get started. See you back at the Tempest. Такое еще, что пока мы тут ходим и сражаемся, она там себе щечки отъедает у нас на корабле. Ну, чисто визуально, кажется, именно так. Что там про познай врага своего, что-то там нам рассказывали. Какое-то задание. Уис Райлис. Это где-то там. Хорошо. Пойдем познавать врага. Здорово, чё как? Rylus? That's me, yes. I'm Rylus. Wow, you really showed up. Да. He seemed thrilled. Honestly, it's nothing special. Nothing special? You saved the Moshi from the cage. О, я не такое могу. So many people owe you their lives. Тогда, пожалуйста. I should get to the point. Тоже верно. Your raid on the exaltation facility sent the Khet scrambling. They're trying to get their operations in order. Our scouts report increased Khet movement through certain areas of Vold. Not military, though. Science and research vessels. So, something that could involve exaltation, or the creation of a new exaltation lab. Well, that's what I thought. Either way, Khet organizing means trouble. We don't mm-hmm. have the tech to break into their bases. But someone has to stop them. Конечно. You're talking to the right person. We always help our friends and allies. Нам ведь просто нечем больше заняться. Так, отправиться к коммуникатору. Это где? Это на выходе. Где выход? Это там. Давай, робот, шевели. Шевели своими светящимися ногами. Теперь это где-то здесь. Ага, 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 ага. Хитро, хитро. Сейчас все сделаем. У меня там уже есть все подготовлено. Все есть, все готово. Раз, два и развалил. Все, 1500 километров мы на месте. Sometimes I wonder what Sid and I'd be like if we'd had a better home life. Maybe we wouldn't have grown up. Difficult. Difficult's good, Fedra. You took what you had and made it yours. That's all any of us can hope for. If only you'd raised us, old man. Haha, you would have turned out so much worse. Maybe a better shot, though. This is the place Rylus talked about. Нас сначала тащило сюда, теперь сюда. Чего ты там сел?
О, откуда? О, тут еще один есть. Че расскажешь? Че такое, ребята? А у меня и вот такое. Ай, ай. Угу. Там орут еще кто-то. Все уже мертвы, а они все еще орут. Так, послушаем. Exaltation is not just about making more Ket. It's an exchange. Let's see them try to exchange with the Krogan. There's bound to be more here. Let's keep moving. Another audio log detected. No, no, right. Let's hear it. Transmissions unacknowledged by Homeworld. Possible breakdown in connection and information mishandled. Investigation ongoing. Logs to be updated shortly. So the Ket aren't the well-oiled machine they seem to be. I wonder if we can find the follow-up logs. Можем, конечно. Телефон жужжит. Телефон, чего тебе надо? Шляпа какая-то. Another Ket station. Probably their primary communications. Mm. Good. Let's blow it up. Берем все. А что сканировать? Сканировать-то нечего. А, что тут сканировалось? Спасибо. А. Data saved. И он тот теперь. Нет. Pathfinder. These samples all contain the same genetic sequence. At first, it appears to be a familial connection, but the genome shows signs of modification. Mm-hmm. Evidence suggests the sequence was drawn from a single individual and incorporated into other Ket. The Archon. Exaltation. So does the Archon control the Ket because they see him as a progenitor? Or does his rank give him the privilege to propagate his genes like this? A cultural question beyond my purview. In any case, the stuff we found should be of great interest to the science team back on the Nexus. В целом идея, собственно, самих кеттов мне в Андромеде нравится. Она довольно, ну, не то чтобы прям супер крутая и уникальная, но заслуживает внимания, то есть он довольно любопытный, ничего особенного. Ангара куда более унылые, если честно. Но все равно все рушится, когда ты их просто видишь. Над их внешним обликом работали очень конченые дизайнеры, над теми и над другими. Я понимаю, что их надо было сделать, их хотели сделать, конечно, антропоморфными, но блин, ну почему настолько? Про название я вообще молчу, ребят. Давайте добавим букву К вместо Г и еще одну Т в конце, и никто не узнает, блин, как так получилось. Мне плевать.
Над названием не задумывались, над внешним видом не задумывались. Архонт выглядит немножко балбесом. Какой-то он явно не похож на какое-то высшее существо, чей геном раздается его подчиненным. Вся его крутость, она только в его этаком нимбе над головой, который у него там вырос, и все. Такое себе. Сама идея кетов прикольная, но... так разочаровывает все остальное, о котором мы слышали. В смысле, мы за ним сюда и приехали, а чем? Как-то о нем слышал, блин. Что значит слышал? Уважаемый. Ага. Вижу врагов. Так, там пулеметчика вижу. А. Надеюсь, тебе понравилось. Ну. Откуда? Чего там еще происходит? Кто там стреляет? Я никак не могу понять, блин, откуда вы берете? Че, кого-то шмаляет? Здравствуйте. Хорошо прячешься, слушай. Все? Слава богу. Спасибо, что сказал. Так, внимание, Архонт сектора 119NYKZ. Прошлый отчет был отправлен 39 циклов назад. Сенат требует доклада об успехах, достигнутых на данном направлении. Напоминаем, что все военные лидеры обязаны подавать рапорты каждый 15-й стандартный цикл. Сенат осознает, что феномен скверны может негативно влиять на возможность связи. Предпримите необходимые шаги, чтобы восстановить регулярное сообщение. Это уже второе напоминание. Подтвердите его получение. Archon's not the Ket supreme leader. There's more like him all over Andromeda. All grabbing genetic data and sending it home. And making more Ket in the process. Это вполне себе рабочая схема, кстати. Temperature is normal. Communications. Only Archon is aware of shifting situation in Helios. If Archon's opinion is that protocols are not to our benefit, accept his wisdom. He is the Senate's voice in Helios and must be obeyed. She doesn't sound completely convinced. It sounds like the Ket are starting to question what the Archon's doing. If this continues, it might be good for all of us. Не факт. There is likely nothing to be done, but conflicts between factions seldom resolve quietly. Then we'll just have to keep an ear to the ground for now. With luck, something will happen. Life support is back online. Так, вроде все. Mm.
На Вэлде закончили, чё? Союзники отношения. Кора. Ждать, пока Кора взломает коммуникатор. Все, ждем. Значит, Ладен ждет нас. Поехали тебе. В снегу посидели. Теперь можно и пожариться немножко. А, кстати, Пиби приглашала нас на Аю. Я новости место положения вообще Газарь, пожалуй, нам стоит скорее поговорить на Буре. Отлично. Разведчики клана Нахмут недавно прибыли с тревожными донесениями. Два кесских корабля разбились на плато Ладана после того, как их повредил Скверну. Что? Как их повредила Скверна? Одна разведчика клянется, что видела, как один падающий корабль стрелял по-другому, но мы не можем проверить эти утверждения. Если в катастрофе кто-то выжил, их быстро добьет пустыня. Однако мы считаем, что без обстоятельств катастрофы достаточно необычные, чтобы донести до сведения первого проходца. Спасибо! Так, все. Есть что? Понял. Надо скорой поболтать. Скоро. Кора! Это Пиби. Кора! Где Кора, блин? Джал, Пиби, Гил, Драк, Ильям, Драк, Ветра. Кора, твою дивизию. Ага. Где-то там же. Я понял вас. Где-то внизу. Мадам, здорово. We got it, Ryder. You patched up the Asari flight recorder? Mm-hmm. Access codes, a little data recovery from Sam. We have the Asari Ark's last heading. Великолепно. Head there whenever you're ready. That flight recorder was a mess. Are these nav points solid? Конечно, можно. I'll take a good chance over no chance. We need the Asari and Sarissa more than ever. I trust сказала, you как отрезала просто. Мы проводили такие встречи на Нексусе, и они всегда проходили весело и интересно. Приносите свои тексты для изучения или просто приходите послушать, что обсуждают другие. Записывайтесь ниже, установим очередность для кофе. Комментарии. Записываю Джал, записываю Скелла. Все. Не по всем остальным плевать. Понимаю. Ну что, все. Никакого Ладана, блин. Вперед на ковчег. Черт, это ваш пустынник, Роган, и там все дела. Кому оно надо вообще? 15 минут. Ясно, понятно. Но сначала Айя и Пиби. Так и так. Но у нас, скорее всего, еще несколько заданий помимо Пиби есть. Вау.
Ничего себе. А, три задания. Ух. Да, он самый. The Moshe said you remember when the Ket arrived. My father's oldest friend was chosen to be Volt's ambassador to the Ket. The day he left, they embraced as brothers. All the Ket sent back was his badge and a holo recording I wasn't allowed to watch. I was too young to understand why everyone was scared, why my father mourned for months. Why kill an ambassador and risk retaliation? They told us it was retaliation for Havaral's attack on their envoy. Havaral received the same story, but in that one, we were the aggressors. We were so busy blaming each other. We were divided when the Ket launched their assault. They'll try the same with you. Be ready. Ну, как бы интереса к нам в доверии у них уже не очень-то получится, знаете ли. У нас первый контакт произошел, типа, тра-та-та-та-та-та-та-та-та, смерть, поэтому... Поэтому никаких послов. Броня. Hey, Alexei, I tracked down some samples of the Angaran antiseptic you were talking about. The Angaran antiseptic. Can I shop here or should I go elsewhere? That's the name, isn't it? Well, you did rescue the Moshai. Have a look, see if there's anything you want. Какие они благодарные. Ячеек модов берем, продать весь утиль, берем. Это у нас что? Радиус всех комбо берем. Угу. Немножко запаса здоровья, еще немножко. Вот это нам не надо. Угу. Красота. Здорово, что расскажешь? Пока ничем. Видимо, как-нибудь потом. Бытовые товары, покажи мне. Установка Кобра. Взрывающийся заряд, выпускаемый инструментроном, наносящий серьезный урон. Бытовой товар. Угу. Мне нравится ваш подход к делу, ребят. У меня... О, он стоит дорого, да? Угу. Ну, я могу вот это продать. И вот это продать. Что еще я могу продать? Вот это продать. Денег немножко не хватает, знаете ли, оказывается. Угу. В целом даже доход какой-то есть. Мы все пять заберем, я хочу все пять.
Что еще продать можно? Тема рикошета. Не очень интересно. Вот так. Я возьму этими кобрами, потом какого-нибудь ублюдка развалю просто. Если будет слишком тяжело, я просто возьму и тра-та-та сделаю. На этом вся драка закончится. Да, хочу. I do. Tell me about it. They had just arrived. I was on a civilian shuttle to Volt when we received a message. The spaceport was on lockdown. Security concerns due to the Ket. We were supposed to land on a nearby moon and wait for the all clear. Instead of landing, the shuttle captain turned back. Something felt wrong, he said. Later we learned it was a Ket transmission to isolate us for capture. Saved our lives. Обалдеть, интересно. Many shuttles obeyed that false order. Those people were never seen again. Все, спасибо, классно поговорили, обалдеть, супер, круто, 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 до свидания, блин. Так. Посольство инстанции вы посетите, давайте посетим. Инициатива, посольство, все дела. Посещаем. Важные дела, все такое. Чем еще заняться? Ничем. Конечно. Да. I've never lied to a director before. Pathfinder, it's a pleasure. I'm Ambassador Riala, chief diplomat for the initiative on Aya. Приятно познакомиться. I was removed from Cryo specifically for this. Quite the wake-up call. I assume you're trained for first contact diplomacy. I'm a social anthropologist with a linguistics background. Close enough, Director. Ох, уже этот директор. This is our best shot at an alliance. Now we just need to keep our people from wrecking it, no matter how hard they try. I'm not going to like this, am I? No more than I do. A Solarian botanist named Sorvis Len is here, learning how to improve our crops. He sent an urgent comm, saying a member of the Angaran resistance had threatened him. What happened? I'm not sure. Sorvis is an excellent scientist, but not the best communicator. I'm concerned this is if someone doesn't look into it, but I don't have the staff. О, да, это работа для Pathfinder'а. Прям звучит как работа для Pathfinder'а. Friendly face for both sides. That would be helpful. With any luck, we can prevent this from getting worse. До свидания. Я пошел выполнять свою работу, потому что мне больше нечем заняться. Так. Это здесь? Нет, это все здесь, эти ублюдки тусуются. Лем. Да, они все там. Слава богу, здесь двери не как на Кадаре. Ну чё, мразь, рассказывай. Я тебя сейчас поломаю, если ты не объяснишь мне, в чем проблема. He's off. I'm here to help. You reported that someone in the resistance threatened you. Tell me exactly what happened. I didn't know Riala was sending the Pathfinder. I deserve no less. I was measuring the photonic dispersal from the canopies when some random brute interrupted me.
I asked him to move, and he got nasty. Said it was my fault his friend was dead. Ridiculous. 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 Do you know what he meant? Через Гарри Поттера, что ли? He ranted nonsense about a vessel and selling slots to outsiders. He got right up in my face and compared me to a cat. He wanted to kill me. I could see it in his eyes. The whole conversation made no sense. Да, да, да. Да, 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 да. Я понял все. Sounds like there's more to this. Don't suppose you caught his name. Didn't ask, didn't want it, didn't need it. When he left, I tagged him. Боже мой. He's supposed to represent our interests on Aya. Go, represent. I have work to do. Почему нельзя стрелять в гражданских в этой игре? Нельзя было сломать ему ноги, руки, там, челюсть. Минус игре за нереалистичность. Здорово. О, Пипи немножко того. Понятно. Getting acquainted with our new neighbors? Sort of. All this stuff. The Angara sure do have a rich culture and blah blah blah. Очень правдоподобное пьянство. Очень правдоподобное. Прям верю. Вот пока мы стояли со стороны, где-то смотрели, еще было, можно было согласиться, но окей, ее пошатывает. Но сейчас все. А, иллюзия развеяна. You're sauced, aren't you? What's your poison? I visited that cafe the Angara consider a bar. Asked for their hardest stuff. It was weird, which I like, but had almost no punch. Lightweight. Whoa. Steady now. That stuff must have a slow absorption rate. Whoops. Oh, writer. It's just this museum reminds me of being on Haitiana during my indentured service as a student. Mm-hmm. They even have a whole section on the remnant. I didn't come to Andromeda to follow in someone else's footsteps. It didn't occur to you there'd be indigenous species here? Sentients with a rich history, leading full lives? I guess. Even so, the Angara barely have a foothold. Sure, they live among the ruins, but they haven't seen what we've already seen. Hmm. You might have a point there. Bet nobody here has ever outrun an ancient vault purification field, huh? Nope. Or spat in that Archon's ugly mug and lived to talk about it? That was nice work, by the way. Thank you. Ah, you're right. Not sure why, but ever since I packed up my apartment on the Nexus, something's crawled under my skin. But whatever it is, I promise, I'll get over it lickety-split. Be sure you do. You're a handful, even sober. You can handle me, Ryder. Whenever you want. Think I'll stay in your operation a little while longer. Спасибо. Все, понятно. С Пипс поговорили. Мы тут что-то нашли. I'm glad they finally let you into the city. This is Aya's Cultural Museum and History Archive. It's small, but you've already made it brighter. You said the helmet was touched by the... When the... The ship... Не то. Это не то. I hadn't even thought of that. Stars. I would love to be the one to solve that mystery. And the people will come... With enough hard work, yes. Is it normal for someone as young as you to be in charge? I'm no younger than you. And you're a pathfinder. I kinda inherited the job. So did I. I was apprenticed to the former curator. It was my job. Я ж там что-то нашел. Скажи мне о себе. Да, расскажи. Я же что-то принес, я что-то находил. Может, тебе отдать? Нет. Не тебе. Да я еще вернусь. Я ж там что-то на Кадаре какую-то херню нашел, блин, что-то сделал, что-то как-то... Иди ты в пень, блин, еще. Валим отсюда. Что там у нас по заданиям? О, этот ублюдок уже ушел куда-то.
Здорово. Че, все еще сканируешь? What else did your scan reveal about me? You're strong, tough. But much of Helios is inhospitable to human biology. You won't have it easy. Never have. How do humans stack up against your people in the Ket? You lack biological advantages, but your technology may offset that. Пойду-ка я отсюда. Приятно было поговорить. Go. Вулриан, здравствуйте. The Moshi said we should speak. You remember the Ket's arrival? One of them came to our city on Aval to offer lavish gifts. We lined up along the street to watch the alien walk with our ambassador. As it passed, it stopped and knelt in front of me. I still dream of what it said. Young one, you are meant for greatness. The Ket lured your people into a false friendship. It worked. A month later, our council disappeared. Our city was thrown into chaos. When the Ket came again, it was to conquer us at our weakest. They're cunning. They know what you desire, and they offer it. Be careful. Это абсолютно бесполезная информация. Они рассказывают о том, как их обманули, притворившись дружелюбными. Но фишка-то в том, что у нас как бы абсолютно другая ситуация. Мы сразу сходу влетели с двух ног. Давай раздавать по щам. Я не понял. Вы что, угораете? Я ж там был. Не беси меня, Вела. Is this Angaran? I found it on one of your homeworlds. It's an ancient Ravan, a musical instrument. It uses Angara's body energy to produce music. We have them now, but nothing this beautiful. The songs it played were probably lost long ago. How much culture have we forgotten? Art, music, stories, it's all gone. You're already rebuilding. Look at Aya. We have a long way to go. In any case, relics like this help us. Все, спасибо. Я говорил, что я что-то нашел. Stars guide your travels. У нас еще тут какое-то. Сканировать бойцов сопротивления. Давайте сканировать бойцов. И быстро перемещаться еще заодно. Так, бойцы сопротивления выстроились в очередь. Будем вас сканировать. Я тут сейчас все отсканирую нахер. Нет, что-то не здесь, походу. Древний Иви, здорово, как твои дела? Isn't this world better than Vold? No. You're safe from the Ket, surrounded by people who think you're amazing. Idiots. Не стоит бояться кетов? Почему кетов? Чего? Кого? Is как? Is there anything they can do to make you more comfortable? Deactivate me. Erase my files. Anything else? Trigger a volcanic eruption. Bury the city in ash and fire. Шизанутое создание. Okay. It's possible keeping this AI intact was not terribly useful. Да, возможно. Have you connected with any of the scientists on Aya? Moshi Sefa? I met her. She's smart. She will be dead in a few years. Is that a prediction or a promise? A hope. Well, good luck. Бесполезнейшее говно. Пойдем вниз, там сканировать будем, значит. Да, ее так в таком случае явно, учитывая, как она себя здесь ведет и не приносит никакой пользы, ничего не меняется, просто шлет всех нахер. Ее выгоднее забирать типа с собой. Отдавать Сэму на перевоспитание. Ну... Не попробуешь, не узнаешь. Я думал, будет что-то действительно, ну, другое. А там, блин, просто стало хуже. Бесполезнее.
I detect the infrared dye Sorvis Len used to mark the person who threatened him. That's our man. Здорово. I know why you're here. The botanist. You want an apology for what I said to him. I only have one side of the story. Tell me yours. It's hard to explain. Try me. Aya isn't big enough to give everyone a home. We each live here a short time and then move on. For someone to come, another must go. The exchanges are chosen at random. We call this arrangement the Vassal. Time of change. It worked well until now. The Vassal never accounted for outsiders living on Aya. There's only so much room. When our leaders agreed to make a place for your people here, it came with a cost. My friend won a place on Aya, but he sold that slot so one of you could stay here instead. Sold it how? What did he get? Comforts for his family, resources to improve their home on Haval. He always put others before himself. That's how he died, fighting Kett on Vold. Ну это был его выбор, причем здесь, блин, этот тупорылый ублюдок ботаник. I'd never hurt your people. I believe you, and I'm sorry for your loss. Between us, that botanist is kind of a jerk. He didn't fear my anger. I respect that. I'll talk to our ambassador, see if we can minimize our impact on your vassal. We don't expect things to be easy. Only that you understand, nothing is free for us. Так, окей. Теперь обратно к послу. Посол, посол, я присол, посол. Good to see you. Any news on what happened to Sorvis Len? Да. Do you know about the Vassal, the Angaran lottery that decides who gets to live on Aya? I've heard of it. Why? Angara are selling their slots to come here so our people can stay in their place. Including a member of the Angaran resistance. He was killed on Vold. Wouldn't have happened if he'd been here. No one told me of this arrangement. Well, we have to do something. Откупиться. You're the ambassador. You'll think of something. No one said this job would be easy. I appreciate all you've done, Pathfinder. I'll take it from here. That's all for now. Давай, покедова. If you need anything. Так, здесь совсем разобрались. Теперь можно уже и на ковчег Азари мчать. Наконец-то, Азари, еще один ковчег. А, вот только я не помню, что там с Турианским ковчегом. Мы его тоже найдем или нет? Блин, хоть убейся, не помню. Так, союзники отношения, Кора Харпер. Конечно, ради Пиби что угодно. Пак. Hey there, you named her Pak? Yep, proof of concept. To distinguish her from Zap, your souped-up, nasty combat version. Zap, I like it. Yeah, it's edgy. The storage box from the vault on Eos was the key to everything, including integrating that piece of Remtech you got me. Mm-hmm. But our new observer friends are just the beginning. I'm working on something even bigger. Sure, why stop and smell the roses? Getting Remnant technology to work is so passe. Da-da-da. I'm not one to rest on my laurels. So get this. We can only scan for Remnant signatures we've already encountered. My scanner's doing that around the clock. But if I integrate the right Remtech, we could scour the cluster for any Remnant signature, even ones we don't have. My scanner would literally become a Remnant mystery detector.
Да ладно. What would we be looking for? That's the point. We don't know what all is out there, so we don't know even what to look for. I came to Andromeda to touch the unknown, to find the never before found. Once I perfect this scanner, it'll do exactly that. All I need is three specific pieces of Remtech. We can do that. You rock. Pock and Zap think so too. So far, I've located the first piece. It's back on Eos. I'll upload the coordinates. Ладно, Пиби, чуть попозже. Давай сделаем небольшой перерывчик. Я вернусь через пару минут. Может, пять. Как пойдет. Ага. Итак, ковчег Азари. Ковчег Азари. Один ковчег освободили. Сейчас второй освободим. Все будут счастливы. Потом побегаем по заданиям Пиби, потому что, ну, сами понимаете, это же Пиби. Ради Пиби придется побегать. Аномалия. Так, давайте пока полетаем по планеткам. Пирожок с ничем номер один. Летим на второй пирожок. Пирожок с ничем номер два. Третий пирожок. Пирожок с опытом. Я бы сказал, опытный пирожок. Anomaly detected.
flying probe. Tracking a huge mineral deposit. И пирожок с алюминием. Это самый вкусный, наверное. Ой, не то нажимаю. Алюминиевые пирожки. Это как алюминиевые огурцы, только пирожки. Кора. Ну и, ну естественно, наш пуль непробиваемый, блин, мужик. Убивать! Сэм, help out with the sensors. Hard to believe the Lucinia could survive in all this. Сейчас разберемся, не нервничай. Why would be here? Might be lost or looking for something. Sarissa will have plans for those decimation hunters. Wrote the manual on crisis situations. А, ну да, ты ж фанатка одного конкретного персонажа здесь, который такой себе. Even before she was the Pathfinder's bodyguard, she'll have a plan. Aha. Ага. Здравствуйте. Reading life signs and minimal power, multiple hull breaches. She's a wreck. If she's space worthy and her crew's alive, that's all we need. Callow, take us in. I'll try. Must be one docking bay still holding together. To comms? Nothing. Maybe their sensors are busted. Beginning decompression. Die, you Ket monsters. We're not Ket. We're a Pathfinder team. Ryder, Lieutenant Harper, and Sam, just send her our ident codes. Confirmed. Sorry. I'm Captain Atandra of what's left of the Lucinia. Come up to the bridge. Maybe you can help fix this mess. So much for Azari hospitality. This area saw combat action. No bodies though. Прикольно, что они даже не заморачивались с новыми локациями, просто взяли каждый раз одну и ту же, просто немножко подкрашивали там, там огонек, тут что-то накидаем. Удобно, удобно. But you'd vent a Pathfinder team into space? Respectfully, yes. We can't take any more chances. Sarissa Theris, Pathfinder. Don't mind the captain. Scolding me eases her blood pressure. Эти одинаковые Азари. Cora here thought the famous Sarissa would have everything in hand. I thought Matriarch Ashara was Pathfinder, ma'am, and you were her bodyguard, like her Tiamna. I served with Asari Commandos, ma'am, memorized all your battle manuals. Matriarch Ashara is dead. Sarissa was next in line. Her battle manuals haven't kept the cat off my arc. Какая недовольная. What happened? Why are the cat after you? Matriarch Ashara died trying to negotiate with those Ket bastards, so I took something precious from them, too. I stole a module containing tactical data, all their secret routes through this phenomenon. We call it the Scourge, ma'am. If we could outmaneuver the Ket through it... We'd stand a better chance against them. Their Archon had the same thought. He sent his elite agent, the Valiant, and his decimation hunters after us. We take more damage each time we escape the Valiant. The last assault? He sent forces to board us. Sarissa's theft has made things problematic. No. Pathfinders have to take risks, Captain. I've taken my share. Goddess preserve me. What would it take to get вечно недовольная бабёнка. Сразу видно. Long enough to lose him. But
Мы знакомы меньше 5 минут, но уже понятно, что она будет недовольна всем. My people are investigating, but those systems are below deck, with the Kett borders. Another Pathfinder team could back them up. Get power for the drive core, and my Sam and I will finish deciphering the Kett data. We'll turn the Valiant's escape routes against him. Shoot the Kett, slap a patch on the holes. You'll be good to go. Easy вообще. The last commando report came from hangar control. I'll give you access. Please be careful. Обязательно. Пойдем развалим лица. You okay, Cora? Pathfinders take risks. They really do. Matriarch Ashara, your father. We roll the dice and... Рейка, блин, тоже отъехала вообще-то. Первопроходцы в этой галактике особо долго не живут, знаете ли. Ну чё мы там, ребят? Мы приехали уже. Мне уже не терпится. Was it this quiet when the Arcs were traveling through dark space? Eh, some work crew would be making noise. The Lucinia will be back to normal once we get her to the Nexus. Угу. Обязательно. We got company. Must be part of Sarissa's team. Здравствуйте. Stop. In the name of the goddess, I'll... Здорово. Shoot your rescuers. Rescuers? And humans? Your Ark made it? Just about. I'm Ryder, the human pathfinder. This is my team. I'm Vidaria Damali, Sarissa's new second in command. Sorry about the mix-up. I hope I can help. Just how long have you been second in command? About a week. It feels like less. Sarissa wouldn't choose you if you weren't up to this. Can you help get main power back for FTL? Right. Yes. Right. I've tracked the power drain, and I think shutting the hangar bay doors will fix it. The Kett forced the doors open, and the safeties are draining power trying to shut them. Why keep the hangar bays open? There's no ships around. I think the Kett are trying to reach the bridge. Kett can survive in vacuum for a little while. If we shut the doors, the Valiant's pet hunters lose their last escape route too. I pray the power will be enough for FTL, I just... Vidaria. I served as a huntress. Remember Sarissa's manuals. Ты задрала уже, боже мой, со своими охотницами, своими наставлениями. Сама что-то можешь, блин, кроме как наставления чужие повторять, блин. Со своим десантом Азари уже заколебала. И ты приехали. Чё, ну давайте, стреляйте. Где эти балбесы? Рвите их. Где там все? Ага. Я врагов не вижу. Где враги? О, вижу врагов. Трак, иди нахер. Там невидимка какая-то бегает. Так. Нахер иди. Пора уже лежит. Где? Ой, достань его, пожалуйста, оттуда. Спасибо. Hangar doors are closed and locked.
Кет access is cut off. Там где-то враг. Okay, that should have done it. Mm-hmm. So why is the power back on? The Daria? Let's ask her. А, чё? Чего? Чего? What was that? Ага. Хороший вопрос. Видерия. Sam says we lost some electrical junctions. I know. The overload started a fire. Damn it, that shouldn't have happened. Be calm, soldier. What could have made him overload? If there's something else draining power on the lower decks, something big. Mm-hmm. Maybe the decimation hunters rigged something up. I wouldn't put it past those wretches. Those Ket. They must be watching us. If they delay the repairs long enough, the Valiant ship catches up. Can we flash some lights, make some noise, get the Ket off our backs? Well, splitting up would give them two targets, right? Okay. First thing is the last stasis pods. I'll go check on them. You could go below, look for whatever's draining power, and maybe help with the fire. Okay. Which way to the lower decks? The living quarters. I'll open maintenance access. You can cut through. Good luck. May the Ket wither in the void before you. Почему помощница этой крутой Сирисы, значит, нам помогает, а сама вот эта великая, крутая, классная бабенка, которая тут короном сюда все уши прожужжала, делает примерно ни хрена, как обычно. Здрасте. Вспомни солнце, вот и лучик. Someone saving power on lights. Watch your step. Твою дивизию. В окне, кстати, красивый вид, заметьте. Мне нравится. Как отсюда выйти? Зачем мы сюда зашли? Выпустите меня отсюда. Так, тут еще что-то. So many people crammed in, waiting, hearing the emergency alarms. The cat. Опа-на. Говно, 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 класс. Screw being sad. Get angry and use it. Здравствуйте. Really hope these things got aboard after the children left. Нам не туда, нам вот сюда. Правильно. Remember Sarissa's manuals. Stay low. I will. The pods are safe. I'll keep tracking that power drain. Блин, я не знаю, может, только меня раздражает Кора, но, блин, она такая... Why isn't the fire suppression system engaged? Either insufficient power or the explosion damaged fire control. Прям просто фу. And then reach whatever's draining power without getting singed. Daria, the cat saw me. I am trapped in an air vent. Ready your biotics and pick them off as they pass. But they'll hear. You're a huntress, a silent predator. Okay. Going silent. Cat, light them up. Угу.
Да иди гуляй. Все? Ай! Ironic. The electrical junction is damaged. I recommend searching for an alternative. Рекомендую поискать альтернативу. Да что ты говоришь, Сэм? Не может такого быть. Какие у тебя странные предложения. Can't see a way to fix it. Any luck, Ryder? Whatever this power is, the Ark needs fire control more. There. Let's try again. О, теперь быстро. Красота. Видери again. I got the cat. They got me back, but I'm okay. Nice work. And with the hangar shut, I managed to track the real power drain. Here's the nav point. I'll see you there. Великолепно. Captain Atandra here. We're warming up the drive core, but we need more juice. We're on it, Captain. Good. Valiant ship is still out there somewhere. We've lost so many, and Matriarch Ashara. It can't be for. You feel it too. Что? What's causing that? Looks like an observation deck. The Ark took a beating. Look at the hull outside. People must have evacuated from the deck beyond. Что расскажешь? Thank the goddess, you're all right. Да. Here, this is what's draining the power. What is this thing? It looks like the cat attack sheared off some hull plating. Then someone rigged up this mass effect field device. The field's so strong it holds the hull together. It would help people evacuate the deck beyond. And give anyone sensitive to mass effect fields a nasty migraine. No kidding. But they'd survive. The deck's deserted now. We have to turn the device off. I tried pulling the plug, but nothing. Can you scan it? Конечно, обязательно. The device requires two people for shutdown. One disconnecting the cables, and another at the device itself. Угу. I'll handle the device. Caution. Once begun, the failsafe cycle must be completed, or the device will fuse. Ну давайте. Ready, Vidaria? Disconnecting the first cable now. Watch the device. We'll handle them. We need you, Vidaria. You can do this. Watch the glass. Forget it. It's tougher than the kit. Ай-яй-яй, это плохо. О. They're down. Okay, next cable, ready when you are. Угу. Хорошо, хорошо. Так, патрончики есть. Second cable. We're getting there. More cat. Кстати, у нас тут вот эти штуки еще есть, я их вообще не использую. Хочу использовать. Ну чё, где там комбинированный еще один? Отлично. Больше комбо, богу, комбо, пожалуйста. Оп. Working on the last cable. Another attack. They're desperate, Ryder. This must be the last of them.
Так, Кора спит. Чё ты тут хрюкаешь, друг? Так, забираем. Немножко попылесосить не помешает, мне кажется. И у нас все грустно, да. Нужно двое. Один отключает кабель, и другой отключает. И в результате мы отключили три кабеля и отключили устройство. Captain Atandra, Ryder, the drive core's coming online. You did it. A few minutes, and we're out of here. Can we still go to FTL if there's, say, a big hull breach down here? The maneuver I planned should hold us together. If the FTL burn doesn't, we'll have to cope. Sarissa here. Superb work, all of you. We're almost home. Uh-huh. It's really over. I should go and help. There might be something I can do. We'll keep an eye on that hull breach, just in case. Sarissa should be proud, Vidaria. You'll be one hell of a commando. You'd know, Lieutenant. Thank you for everything. Goddess guide you. Pathfinder, restoring power has freed up your data cache. It includes the succession log from Matriarch Ishara. Can you access it? Get the data. I need you. The barrier's collapsing. Ishara, they'll tear the Ark apart. That data is the only thing that might buy us time. Cat reinforcements approaching, Pathfinder Ishara. Sarissa, my Samkem. Tiamna, please. I have to save them, even if I can't save... Боже, еще один поворот. Она, оказывается, сука. Ну, в смысле, бросила своего первопроходца, как я и сказал. Они в Андромеде не живут. Оригинальные первопроходцы. Не кучка дебилов, которые вот тут. Мы. А именно конкретно вот настоящий. То есть там вот Алек, Рейка, этот матриарх. Все отъехали на тот свет, не сделав, по сути, ничего. What good is a guardian who doesn't defend her Pathfinder when it matters? After everything she wrote on duty, sacrifice. Damn it all, Ryder. What do I do? Капец, ты себе щечки отъела, слушай, блин, Кора. Хорошо у нас на корабле кормят, да? Atandra here. The cat hunters blindsided us. They have a dropship headed for the breach on deck 12. How long until we have FTL? Too long. Sarissa's coming to help. Push him back. Helmets on. Сейчас разберемся, не проблема вообще. Caution. The mass effect field is still connected. Remotely triggering it may affect local gravity. Could be useful. Я вот это забираю, никто не против. Что там произошло? Я вот тут посижу, никто не против. А враги-то где? А, здравствуйте. Ладно. Ладно, завозите. У меня как раз уже это откатилось. Must be the Valiant himself. Take him down.
О, там вот этот балбес. Так, балбес остался, походу, один, да? О чем там застрял-то? О чем задумался? Чё-то какое-то не очень увлекательное занятие. А чё он делает? Тут не может объяснить. Чё так? Вот он встал там, и чё он делает? Вот кто мне объяснит? Мне патроны просто жалко, извините. Боже, это бой просто... Все, поговорили. Сложнейший бой в игре просто. Я тоже биотик, тебе помочь? Не, я не буду помогать. Я, конечно, биотик, но нет, потому что. Вот это вообще какая-то магия непонятная. Это разве так работает? До свидули. A skeleton crew, but enough to patch up the ark. She'll make it to the Nexus. Whatever it cost. You need to talk to Sarissa about Ashara's message. I wanted to thank you both. That was exemplary work. I'm proud to... Ma'am? Sarissa? We know about Ashara. The log survived. Then her final moments won't be lost. You deserted your Pathfinder. You should be better than... I chose protecting all these people over a single life. The choice they train us to make, Lieutenant. But you didn't tell anyone. Because then you wouldn't be their shining hero. And maybe that's how it should be. Being a Pathfinder means giving them hope. Ryder, you know this, don't you? Обойдешься. Я мразь. Я, короче, буду ставить всех новеньких и неопытных в первопроходцы. Нахер вас всех. У меня уже было, что все, кроме меня, первопроходцы были собраны, насколько... Ну или я... Sorry, but we need to prep for the Nexus approach. We've got a hell of a story for them. О, недовольная баба.
Сариса chose retrieving the Ket data. Боже, какая ты страшная, жесть. Our Sam found the succession log. You've one of your harebrained ideas got Ashara the killed. The Ket killed her. I had to be sure the Ark could escape them. And we did, again and again, while they hunted us down. It's only dumb luck that Ryder found us. Who's next in line? Daria. Maybe a Pathfinder with some humility can do better. You can look to Ryder's example. Кора, капец. У нее аж ее настолько переклинило, она настолько в ярости, что у нее аж рука в тело, блин, затесалась прям сквозь текстуры. Просто. Я так зол. I worked out okay. Видария will find her feet. I defended you against the Ket. Видария can't face them. She's not a huntress without the trust of her team. Stands alone. She is a tree in the desert, bearing only defiance. My own words, Lieutenant. They're true, ma'am. Let's go. They're safe. That's all that matters now. Капец, на вот этих последних... Что это? Короче, на последних заставках тут Кору корёжило просто. Жесть. И лицо, и руки. Всё просто. Hey, you okay? Can I just do today over again? And not have a Pathfinder stripped of everything she loves. I put so much faith in Sarissa, but the Asari were just as lost as we are. We know our mission. I think we're finding our way pretty well. Should have known better than to say that to a Pathfinder. Thank you for being there, on the Lucinia. Can I tell you something? Sure. The old man was right to choose you as Pathfinder instead. Тут ты, ну, нормально выглядишь, а там был просто жесть, кошмар какой-то. Plan as a Pathfinder? My mistakes would be worse than Sarissa's. Sarissa? She lied just to stay a hero. You fight, you save lives, and you don't need applause for doing it. That isn't... It is true. Deal with it. Look, neither of us chose this, but maybe we both ended up where we needed to be, even if we lost your father. But it's happened. If you can't outrun it, gotta use it. What did you... He said something like that once. Still true. I need to think a bit, but I'll be okay. And on deck, whenever you need me. Судя по твоим щекам, ты очень нужна на кухне, потому что ты прям, блин... Pathfinder, you have pending vid calls. Видеовызов. Хорошо, договорились. Сейчас будет. Подождите, мне тут... Вкусняшки собрать надо, знаете ли. Здравствуйте, мразь. Что тебе надо? В каком спутнике? Да, я его тоже не понял. Да мне плевать. До свидания. If we have to find the tech or the person, where do we begin? You got a sliver of data from the first tracker. With more scans, maybe Suvi can assemble a point of origin. Obviously, these trackers are being deployed. Мне плевать. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Иди займись полезным делом. Иди сделай что-нибудь. Хоть что-нибудь. And when we find them? They're stealing our resources. My concern is Dr. Kennedy, her tech, their lives. In that order.
Вали нахер. Так, что там? Можно здесь что-нибудь? Ничего. Есть что? Может, хоть кто-то со мной хочет поговорить, кроме Гила, блин, этого. Лут, например, нет. Ветра, например, нет. Не знаю. Драк, например. Нет. А, да кому я нужен? Тут есть что? Ничего. Че, валим, собираем всякие шняги. Там на Эос вроде нас Пиби просила, да? Эос. Полетели. Только ради Пипсы. Все. Так-то нам там делать уже нечего. Мы там вообще все сделали, что могли. Эос, наверное, самый зачищенный нами мир. Останки архитектора. Ух ты. Здравствуйте. Данные реликтов 50? 50? Сириусли, 50? Что это вообще такое, блин? Так, во-первых, Ветра все еще должна говорить, значит, с нашим старым пердуном, вот этим огромным. Все сейчас будут разговаривать со старым пердуном. В следующем будет Пипс. Что-то по ощущениям я играю уже часов 5, а на самом деле 2.5. Час за 2 идет. Андромеда. Другой временной поток, походу. Так, что у нас тут? Сканер реликтов. И здесь нет телепорта. Вот это подставище. Встретимся с Гилом. Давайте встретимся с Гилом. А почему бы и нет? Уль нет, блин. А, понятно. Броня Кабзда странная просто. Здорово. Чё расскажешь? Чё покажешь? I'm good. You're here. Да, я тут. Yeah, so listen, she's only got a minute or two, and she's in rare form today. Just to warn you. Не плевать. She's kickstarting repopulation protocols, reversing the chemical procreation blockers for colonists. Calls it boosting the batter. She's gonna try and get you to do it. That is what she's here to do. Woman takes her job seriously. Hey. If you're cool with it. I mean, makes no never mind to me. No chance I'll ever oops a baby into the world. Am I interrupting something? У них у всех моя прическа. Save it. I asked you both to stop by, remember? Ryder? Да. I know we're all very busy, so I have only one question for you. Okay. You want to know if you can reverse my chemical procreation blocker? You baby. I see my reputation precedes me. The question is, what the hell did you do to him? It's like he's an adult or something. Я порвала его в покер. He can't even have a mature conversation without it degrading into pot shots. Unless I take it there. What's your secret? I sneaked into the stasis pods and switched him with another baby.
My boy's in good hands. Okay, you're both off the hook. So glad I got to meet you, Ryder. Likewise. Так, хорошо, здесь разобрались. Тут давайте теперь вот отсюда поедем. Возьмем эту дурацкую капсулу, чтобы в случае чего телепортироваться уже туда. Мало ли, вдруг там еще что-то надо будет. Где моя тачка, чувак? Вот. Вот так и вот так. Здесь мы дрались с этим огромным жирным ушлепком, который тут летал туда-сюда. Помню, как же. Такое не забыть. Издевательство, блин. Духота, духотовая. Мне плевать. Оба-на. Красиво тут у вас. Блин, ну виды все равно. Вот че не говори про графику. Виды в Андромеде огонь. Смотрится очень хорошо. Понятное дело, что вот это вот дебилизм, типа планета мороз, планета пустыня, планета джунгли, планета горы, это просто полное говно. Но выглядит все равно красиво, как ни крути. Как будто планеты не могут быть разнообразны. Обязательно у них один и тот же, блин. Че там, никого нет? Ага. Смотрите, кто бежит. А, вот так. О! Давай, лупи. Here we go. Так, а куда мы там идем? Так, на самый краешку достали все-таки. Оп, я немножко при смерти. Нет. Вот теперь я при смерти был. Так. Да ты твою дивизию, как интересно, блин, тут прыгать-то, ёпарасоте, кто бы знал. Ай, бесит? Конечно, бесит. Так, там начинается какая-то шляпа, смотрите. Вот эта херня стреляет. Надеюсь, эта херня довольная. Патроны на них еще тратить, господи.
Давай поищем что. Сейчас опять на нас нападут, опять будут бить нас, блин. Опять какая-нибудь ебака страшная вылезет, огромная, блин. Это шляпа неинтересная. Ага, найс, найс. Here's the Remtech PB needs. PB, first piece secured. Got a line on the next? My scanner picked up one on Havarl. Whenever you want to go. We claim this site, initiative scum. Outlaws. Guess we're not the only ones interested in this tech. Так, вот эти сразу идут гулять. Что там следующий кто? Там еще где-то должен быть враг. Не совсем в того, кого хотел, но попал. Это главное. Теперь Хаварл. Блин, боже, как еще очень интересно. Полетели, господа, или поехали, чё мы... Очень удобная штука. Можно было бы мне туда также добираться? Давайте посмотрим. Странное место какое-то, а что здесь? Здесь что-то есть вообще? Ну, такое еще, что здесь вообще ничего нет, просто огромная дура стоит. О! Есть тут что-то. Все равно стоит огромная бесполезная дура, вот, если честно. Ни вход, ни выхода, просто кусок. Не пойми чего, красиво стоит. Ладно. Так, тут мы все сделали. Пора возвращаться. Гейтком, окей, окей. PB's been looking for you. PB, окей, не вопрос. Ща. Окей, хорошо. Как отсюда выйти? Т. Имейл. Пиби. Пиби, имейл. Блин. Я занятой человек, ребят. В нашем разговоре после Вифсинии как кое-что надумала. Загляни ко мне, когда будешь на корабле. Надо поговорить. Очень интересно, спасибо.